Простой и открытый в общении, понимающий проблемы современного молодого поколения, умеющий построить диалог на любую тему, жизнерадостный, с великолепным чувством юмора. Все эти качества уживаются в одном человеке – математике Алексее Саватееве. Несмотря на занятость, известный ученый нашел время в своем расписании и прочел лекцию для студентов двух брестских вузов. Алексей Саватеев приготовил для слушателей весьма занятные, порой забавные и смешные задачи, которые с первых минут заинтересовали студентов. Математика, конечно, самый сложный предмет, но, с моей точки зрения, самый красивый. Причем тут как бы единственная область знания, которая сравнится с математикой, на мой личный взгляд, это музыка по красоте. Вот. То есть математика для меня красивее, чем там все области даже искусства. Если молодежь планирует включиться в, так сказать, дальнейшее развитие технической стороны цивилизации, то без математики это сделать невозможно совсем. То есть сегодня любые изобретения новые, которые делаются, любые совершенствования каких-то программ, все упирается в очень глубокую и сложную математику. Вот, соответственно, вот я могу сказать, что любой человек, кто собирается строить башни или проектировать новые ракеты, там, заниматься какими-нибудь оборонными вопросами, все это математика. Лекция «Отловли шпионов в геометрии Лобачевского» была посвящена евклидовой и неевклидовой геометрии, в частности, пятому постулату в геометрии и его опровержению. В этом профессору помогла история о ловле шпиона, который был обнаружен с помощью фотофиксации. Алексей Владимирович рассказал, что расшифровка данных фотосъемки и правильная их интерпретация на местности приводит к понятию двойного отношения четырех точек. На этой основе и построена проективная геометрия. Присутствующие в зале после лекции отметили важность таких встреч, обозначив их как хороший, нестандартный опыт в познании математических истин. Настолько доступно, настолько вроде бы просто объяснять такие сложные вещи, показывая, что наука – это правда, это очень сложно. Но если подойти грамотно к этой проблеме, если с любовью, с интересом к этому подойти, все получится. Потому что наука в целом для общества, она очень важна. И многие, пытаясь войти в науку, понимая, что такое, опускают руки, потому что это тяжело. Но такие примеры, такие встречи, работа со студентами, оно, конечно, дает и вдохновение, и надежность, что вот все получится. Надо просто стремиться к этому. Когда приходит вот такой вот великий человек, мы этим больше увлекаемся, интересуемся, и нам должно быть интересно. Потому что таких лекций очень мало бывает, но вот данная лекция, я думаю, для всех будет полезна и интересна. Студентам профессор Саватеев был интересен еще и тем, что он является известным блогером. Они видели его лекции в интернете и хотели узнать Алексея Владимировича как оратора, увидеть его взаимодействие с аудиторией. И по эмоциям юношей и девушек понятно одно – встреча прошла на ура.